начиная разговор о зиме в начале лета, вы, наверное, можете подумать, что Леша с дуба рухнул. Да нет, Леша с дуба не рухнул, он с Турции вернулся. А в Турции мы общались по поводу нашего же здоровья, которое необходимо поддерживать и зимой, и летом, и весной, и осенью соответственно. И сегодня мы говорим о зиме в начале лета. Почему? Ну потому что именно в начале лета очень выгодно экономить на здоровье вашего автомобиля, которое наверняка пригодится зимой. На собственном примере заметим и подчеркнем. Приятно и ответственно быть первым. Безусловно, вслед за первым идет и второй, и третий эшелон. Но, во-первых, идет по стопам, а во-вторых, не придумывает ничего нового. И автостоп, и автоград в каком-то смысле в данном случае в тандеме раскручивают автобизнес. И для этого просто необходимо придумывать оригинальные способы торпедирования конкурентов. Если в возможностях наших это бесконечное количество подколов и демонстрация своего преимущества, то у автограда оригинальные маркетинговые ходы и грамотная работа со СМИ. Да, в самое время впасть в жар. Да, когда на улице плюс 29, между прочим. Почему так вот вытираю пот со лба? А потому что зимой, допустим, ну или в преддверии зимы, вам придется носиться для того, чтобы найти за приемлемую цену хорошие шины. А сегодня это делать не надо. Просто приезжайте в автоград, в шинный центр Tire Plus на Маржане 9. Ну и кто-то может, наверное, сказать, что это, между прочим, залежалый товар. А вот и нет, весь товар, а точнее все зимние шины, между прочим, модели 2007 года. О чем это говорит? О том, что автоград заботится о вас. И именно эта забота проявляется в спеццене. Вот в такой. К примеру, шина, допустим, которая стоит 6780 рублей, может сейчас стоить 5820. А теперь по существу акции. Сейл или соле – это тот момент, которого с нетерпением ждет большая часть человечества. Но если в большинстве случаев распродается товар залежалый, то здесь только свежие модели. О том, в каких цифрах может быть выражена ваша финансовая выгода, поговорим в конце сюжета. Но лично мой совет. Вот смотрите, отпуск еще не начался. Соответственно, есть избыток волшебных пузырьков. Затем, собственно, сам отпуск, и в кармане явно недостаток. А пока дело закрутится, тут и октябрь, и первый ненаглядный гололед. А самые мудрые, как всегда, на коне подкованном, а не на корове в канаве. Итак, выгода более чем очевидна. А выражается она в конкретных цифрах 4, 5, а в иных случаях и 6 тысяч рублей. Куда эти деньги можно потратить? Я вам сейчас подскажу. Вы можете на эти деньги приобрести 100% страховку. Поехать отдыхать в Турцию, допустим, с которой мы начали сюжет, ни о чем не заморачиваясь. А ваш автомобиль зимой будет настолько же 100% застрахован. И подумайте, еще раз, выгода более чем очевидна.